новый iPhone SE 2020 показался на сайте Apple. Сомнений в том, что в ближайшие дни Apple явят миру долгожданный народный iPhone с маленьким экраном, ранее фигурировавший под названиями iPhone 9 и iPhone SE 2, и так особо не было, а теперь их не стало окончательно. Как это нередко бывает, Apple по невнимательности упомянула новую модель на официальном сайте и, судя по всему, называться она будет совершенно по-другому – iPhone SE 2020. К слову, буквально вчера 9.5 Match также сообщал, что смартфон будет называться iPhone SE, получит минимум 3 цвета – белый, черный и красный, и 3 конфигурации памяти – 64, 128 и 256 гигабайт. Возвращаясь к свежей утечке, в официальном магазине тут появилось защитное стекло Belkin Invisiglas Ultra Shrine Protection ION. В описании наряду с iPhone 8 и 7 была упомянута новая модель iPhone SE. Аксессуар по-прежнему доступен в магазине по цене $39.95. Все свои магазины за пределами Китая по-прежнему остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, так что купить его все равно нельзя. И хотя упоминание iPhone SE из описания уже убрали, многие успели сделать скриншоты. Напомним, в самом начале недели мы также видели защитный чехол Urban Armor Gear для нового 4,7-дюймового iPhone. По поводу названия удивляться особо не приходится. В то же время упоминание нового iPhone SE вместе с iPhone 8 еще раз подтверждает их родственность. Как уже неоднократно сообщалось, новый iPhone SE 2020 должен получить старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home и начинку, как у нового iPhone 11. Каким он будет, мы подробно рассказывали здесь. Кроме того, недавняя утечка кода iOS 14 дает веские основания полагать, что вместе с 4,7-дюймовым дебютирует и 5,5-дюймовая модель iPhone 9 Plus. Но пока других подтверждений существования более крупной модели не было. Анонс нового iPhone SE 2020 ожидается в ближайшие дни. Не исключено, что премьера состоится сегодня,